Завтра в Беларусь придет теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах появится слабый туман. Синоптики прогнозируют сильный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду. В страну вернется настоящее лето. В некоторых районах воздух прогреется до плюс 28. Кажется, это последний шанс выгулять легкие платья. На смену придут теплое пальто, шапки и шарфы. На Шэньчжэнь обрушился сильный ливень. Китайский город моментально превратился в Венецию. Непогода застала врасплох автомобилистов, которым пришлось покидать затопленные машины прямо посреди дороги. В воде застрял и автобус с пассажирами. Спасатели экстренно прибыли на место. Северо-запад Испании молится о дождях. Там разошлись лесные пожары. В автономном сообществе Галисия испепелено более 3000 гектаров зеленого богатства. Огонь наблюдается в трех провинциях. Пока взять стихию под контроль не удается. Завтра небо над городом накроет легкий слой облаков. Дождей не ожидается, подует юго-западный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 25, к вечеру похолодает до плюс 18. Анастасия Похлестова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.